Ну а среди тех, кто будет участвовать в переговорах по формированию нового кабинета министров, есть и бывшая министр благосостояния от «Единства» Илза Винкель. Она считает победу своей партии сложной и болезненной. Это сложная победа. Такая победа, которая трудно далась, очень больно далась, и которая заставляет самим переоценить несколько вещей. Но, в принципе, это победа. Допускаете ли вы, что коалиция все-таки будет расширена? Личное мнение, я думаю, что это никоим образом не делает проще работу правительства именно в это тяжелое время, когда мы будем председателем и президентуры Евросоюза. Так что и коллеги Венуат, либо тоже мы сегодня это переговорили, даем предпочтение все-таки приоритетно коалиции, которая на нынешний день.